О, по-французски с Новым годом, давайте. Чи жойос фет? Жойос фет. Бон нуэль. Так, что он хочет пожелать горожанам? Qu'est-ce que tu veux dire? J'adore garder la... Non, tu dis счастье, здоровье. Счастье, здоровье. А денег? И много денег. Beaucoup d'argent. Много? Много денег. Так, а снег можно пожелать? Beaucoup d'argent et plein de bonheur. Prospérité, amour, santé et beaucoup de neige. Et joyeux Noël. Понятно. Ну, этот, давайте помашем ручкой. Ну, давайте. Так, как вас зовут, представьтесь? Надежда. А его? Гаспар. Да, Гаспар, откуда вы приехали? Чивьянду, Гаспар. Париж. Прямо из Парижа? В Париже есть снег сегодня? Нет. Нет? Забирайте с собой нашего. Ну что ж, самое главное – здоровье, всем счастья, любви. Так, по именам, кого вы поздравляете и с чем? Хорошо, поздравлю свою семью. Поздравлю маму, дядю поздравлю. Имя, как дядю зовут? Дядю Олег зовут. Так. Маму зовут Света. Бабушку свою обязательно поздравлю. Что вы им желаете? В первую очередь здоровья, счастья, любви. И чтобы держались все вместе, не разбегались никуда. Понятно. Вот. И сестру, конечно же, Марию. Как вас зовут? Анастасия. Анастасия, давали ли вы обещания вот этому 15-му году, прошлый Новый год? Ну... Так, здоровьем заниматься обещали? Да. А повысить успеваемость там, или достичь успехи обещали? Все это выполнилось. Все выполнили? Ну, из таких вот здоровья, так. Успехи, да. Есть ли у вас претензии к уходящему 15-му году? Снега достаточно? Ну, можно было бы и побольше. Так. Доллар вас устраивает? Политикой не интересуюсь. Понятно. Ну, давайте, поздравляйте. Кого и с чем? Я хочу поздравить с Новым годом свою семью. Маму Ирину, папу Дмитрия, бабушку Зою, дедушку Гену и маленького братика Сашу. Что вы им желаете? Счастья, здоровья. Пусть брат маленький растет самостоятельным. И всем успехов. Лёша. Лёша, давали ли вы себе обещание в 15-м году заниматься спортом, хорошо учиться и так далее? Да. Выполнили ли вы свои обещания? Да. Вот занимаемся спортом самбо. Так, еще что делаете? Хорошо учимся. Молодцы. Что вы хотите пожелать своим родным и близким? Только по именам, пожалуйста. Маму, папу как зовут? Маме Жане желаю всего самого хорошего и... Папе Коле желаю побольше работы, побольше денег и всего самого хорошего в Новом году. Здрасте, папа на тебя работать будет, а ты что будешь делать? Я тоже буду. Ты, наверное, его будешь радовать отметками. Да, буду честное радовать. Слово говори всем. Честное слово, то, что буду постараюсь папу радовать отметками и результатами на соревнованиях. Ой, молодцы. Ну, давайте помашем. С Новым годом. Пока! Поздравляем всех жителей с наступающим праздником. Так. Всех жителей это как-то так. Давайте по именам. Кого вы из своих родных и знакомых хотите поздравить? Кого? Мужа любимого хочу поздравить как с наступающим. Зовут Алексей. Так. Пожелать ему здоровья, крепких нервов, выдержки. Детям своим хочу пожелать здоровья, чтобы они были крепкие, умненькие, здоровенькие. Ну и всем остальным родственникам, мамам, папам, бабушкам. Так. Вас устраивает уходящий год? Уходящий? Замечательный уходящий год. Так, а количество снега? Ну, вот это, конечно, а доллар? Где? Доллар. Не интересуемся. Понятно. Что вы хотите своим близким и знакомым пожелать? Самое главное – здоровье. Любите друг друга, не забывайте родных. Счастье. Спасибо большое. Городу еще хотим пожелать. Так, городу да. Пушкина хотим пожелать процветания и развития, а не так точечные застройки. И чтобы наши глава города заботился о жителях в совокупности, о дорожных развязках, о парковках. Ну, в общем, во всех аспектах жизни жителей. Спасибо. Вам... Захарова Людмила. Аксинья. Аксинья, скажи, вот в прошлом году ты обещала... А в новом году, в 15-м, который уже заканчивается, хорошо учиться, заниматься здоровьем, там, не расстраивать родителей.
Обещала. Выполнила ли она свои обещания? Выполнила. Она даже выступала на первенстве Москвы по капоэйре. То есть со спортом все в порядке. Учится она у нас отлично. Ну и, в общем, послушная девочка. То есть Новый год она провела как следует. Старый год она... Старый год провела как следует. Теперь вот думаем, что Дед Мороз ее наградит в этом году хорошим подарочком. Что ты ждешь от Деда Мороза? Ну, я жду... Мне нужен подарок там, кошелечек для денежек. Вообще я жду чуда. Поздравь, пожалуйста, своих родных, близких или знакомых девчонок. Только по именам. И вот сюда прям. Я хочу поздравить свою двоюродную сестру Иру. Ира. Еще я хочу поздравить своих подружек Дашу и Катю. Что ты им желаешь? Счастья, здоровья, денежек. Мало. То есть вы за то, чтобы старый год ушел? Ну нет. Ну, любой год должен уходить. Да. Приходить новый. Но снега было мало. Обещали ли вы что-то в 2014 году, в 2015 году сделать? И что пообещали? Обещали. Наверное, поднять успеваемость в школе. Вот. Ну и многое другое, скажем так. Выполнили ли вы свои обещания? Да. На сколько процентов? Ну, наверное, процентов на 80. Конечно, ожидала большего, но буду стремиться к лучшему. Кто виноват, год или вы? Я. Год не может быть виноват. Как он может быть виноват? Вот. Что вы хотите пожелать себе, вашим близким и родным в новом году? Ну, наверное, банальности, там, не знаю, счастья, здоровья, удачи. Терпения, да. Обязательно. Вот. А кому именно? Давайте по именам хотя бы. По именам? Да. По именам. Своей маме, своему папе, моей сестре и всем своим родным. Вот ей и моему любимому театральному коллективу «Грим». Да. Вот, а я бы хотела пожелать, ну, естественно, моей семье, маме, там, папе, вот. Как зовут маму, папу? Маша.